Как тяжело в этой игре, друзья, как тяжело в этой игре. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, Мишка, Джужун, младший Карвалол, и это The Long Drive в онлайн. Здорово. Подожди, стоп, а почему у нас... А почему лагает? Я не знаю. Меня очень лагает. Это самая странная игра, но она набрала почти 40 тысяч лайков. А я сказал, что если наберется чуть более 30 хотя бы, то мы попробуем это в онлайне. Короче, мы должны... Внимание, я узнал цель этой игры. Мы должны доехать 5000 километров до мамы. Ага. Это реально миссия, типа, в игре. Машина. У меня тоже подлагивает почему-то. Может, в онлайне это нормально? Пивка надо. Подожди, а почему... А что с Кириллом? Вы видите? Кирилл, что с тобой? А что с тобой? Я не понимаю, у меня 2 FPS. Ты зачем этим стал? Как называется-то? Из мультика. А Мишкан где, подожди? Где Мишкан? Я машину завожу. Мишкан уже... У меня тоже... У меня фризит все, не понимаю. Короче, это очень странная игра, в которой вообще ничего не понятно. Вы хоть объяснили в комментариях, что делать, но... А это нормально, что онлайн лагает или нет? Кому пиво? Пиво кому? У вас тоже лагает? У меня очень лагает. А почему? Макс, ты чё? Почему он покрываешь? Подожди, стой. Короче, здесь можно, я так понимаю, я вам скажу больше. Я попробую. Кирилл из всех сказал... Волыну убери, ты чё? Волыну убери. Подожди, короче... Как перезарядить? Я так понял, что можно... Во! Короче, тап. Тап — это экипировка. Подожди. Ой. Вы чё делаете? Стой! Бля, лагает пизда! Я очень... не слышу, что все громко, капец. Это кто? Кто с нами? Кто это? Это не мы. Это кто? Это не наш. Блять, все лагает. Сюда. А как играть-то в это? Пацаны, как играть? Я вообще ничего не понимаю. Я пока тоже ничего не понимаю. Можешь машину выгнать, пожалуйста? Ура! Оно работает, блять! Короче, знаете, лайфхак, друзья. Я создал сервер. Ко мне заходит, у меня лагает, но если я выйду в главное меню и зайду на свой же сервер, все будет заебись. Ну чё, пацаны? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Короче, наша задача проехать 5000 километров на машине. Естественно, можно их менять, можно ремонтировать, можно собирать ресурсы. Да, можно тюнинговать. Значит, подожди, стоп. Вода. Во! Мишкан, бери. Бери. Мишкан за рулем. Давай я возьму. Мишкан, бери. Вот это, канистру с газом. И с водой, наверное, тоже лучше взять. Подожди, я магнитолу скрутил. Нет, подожди. На F. Все, понесли. Куда багажник. Заливать бензин? Хуй его знает. Давай, багажник, открывай. Да, хоть много снял. О, да, это не багажник. Блядь, это не багажник. Макс, дай назад. Назад, сдай. Машина не едет. Чё? Канистру проебал. Так едь назад. Блядь, едь назад, Макс. Она не едет. Передачу воткни. Она втыкается, но она не едет. Дай. Бензина нет. Пиздец, бля. Я из-за вас бензина выжрал случайно. Нах ты свой, ты чё? Выходи. Как выйти отсюда? Это что-то самое непонятное вообще. Подожди, блядь, да ты нахуя ты магнитол? Выйди из машины на этот самый. Сюда посмотри и выйди там. Масляный бак 2.5. Да все, он не заведется уже нахуй, тут мотору пизда, блядь. Да в смысле, я поставлю. Дай. Я вчера ездил, блядь. Ой, не вчера, я когда там. Так, подожди. Подожди, я тебе дверь. Ай, заводится нахуй, блядь. Слышь, завел. Завел? Ты едешь, да? А не едет, блядь. Ну передачу возьми, Сань, с хрустом. Я тебе дверь включу. Блять. Так, короче, нахуй! Секундочку, внимательно сейчас слушаемся. Внимательно. Слышите все? Угу. Вот, блядь, что вы сейчас сделали? Объясните мне, пожалуйста. Один сел тачку испортил, другой, блядь, свапом занимается уже, нахуй. Мы так не уедем далеко. Я создаю новый сервер, и, пожалуйста, ничего не трогайте, блядь. Дайте для начала аниматор вытащи. Блядь, это пиздец. Пизду, нахуй, блядь. Кирилл, блядь, сейчас... Блять. Чисто прошло 5 минут, они уже моторы. Я думал, я не понимаю в этой игре нихуя. Но похоже, когда мы вместе, тут вообще полный пиздец. Хули какие-то канистры, срач какой-то развели меня в гараже. Пизда. Все, дайте я составлю сервер, и мы сейчас нормально сыграем. Секунду, пожалуйста. Ничего не делайте, не трогай гараж. Все, блядь, пожалуйста, блядь. Да блять. Подождите, сейчас Ярик зайдет, и все, подожди. Что ты на меня быкуешь-то? Подожди. Все, пожалуйста. Вы просто, бля, со мной ходите, реально. Вы такими темпами. Хорошо. Вот наша малышка, бля, красного цвета. Все, тихо, я открываю дверь. Я сажусь в нее. Подожди. Максу не доверяй. Дверь открываю. Сам. Сажусь.
Запускаю. Я дверь закрываю, я дверь закрыл тебе. Так, подожди, а что она реально едет-то, блядь? Капот, что под капотом? Так что ты, блядь, трогаешь, нахуй? Подожди, не трогай, блядь! Я подожди, капот стой. Примерил только. Бенз есть? Я нихуя не вижу, что напи... Вы там стоите сзади, что ли, нахуй? Да-да, едь-едь. Давай, трогай её. Блядь, трогай. Она в натуре не едет, кстати, без шуток. У нее колеса крутятся, стой, может, ты поднять, как самолёт. Блядь, что за хуйня в этой игре вообще происходит? Подожди, Макс, давай, держи. Объясните мне, пожалуйста, что... Подожди, с другой... Едет откуда летёт? Подожди, а ты можешь толкать? Да не надо, блядь, колеса трогать, блядь! О, бля! Тихо. Вот сейчас поедет. Дай сяду. Не надо, я знаю, как ты, бля, водишь. Я дверь закрываю. Так, подожди. Дверь закрываю. На ай! Бля, на чем она висит-то, я не понимаю, нахуй. А, так по крышкам он мешает, стой. Закрой дверь ты ему. Вот, забери, бля. По крышку заберите. И капот закройте, я нихуя не вижу вообще. Да ей, да, выезжай. Ща. Давай, не трогай ее. Она как будто висит в чем-то, блядь. О! Надо ее чуть подтолкнить как-нибудь. Так вот, стой! Во! Вот эту дощечку. Ты как ее берешь? Что происходит? Что? Подожди, стой. Я пытаюсь выехать из города, нихуя не... Все. Не едет. Там яма еще, блядь. Бля, бернаутом бы сейчас как это. Нужна другая машина. Блядь. Я контакт оторвал. Тихо, бернаут, что нормально, ща. О, блядь. Нахуй, вы разбираете машину-то, блядь! Надо не ехать еще. В пизду, блядь. Подожди, ладно, хорошо. Мы, допустим, не знаем, что такое непредвиденный момент, блядь, сделать. Хотя, как сказать, непредвиденный момент, мы только начали, хотим уехать на машине. Тихо, мотор только о, не трогай, мотор. А если толкнуть-то можно ее как-то, может, продвинуться? Okay. Так, у нас 1 копейка, пожалуйста. Вот если вы считаете, что реально в этом дело. Все, стоп! Подожди. Я медленно сажусь, медленно. Зачем? Да я попробую. Так. Ну я реально выезжал. Давай, лучше Сани. Так, давай, я сел, дверь нахуй закрыл. Да. Так, запустил. Не мешайся. Запустилось. О, давай, медленно. Блядь, она реально не едет, сука! Не едет она. Ой, что страшное. Бернаут делаешь? Блядь, ручник не помогает реально. Блядь, ну это бред какой-то. Это реально бред какой-то, блядь. Бля, чем можешь... Толкнуть как-то? Ну, может быть, как-то реально ее надо толкнуть? Бля, ну она просто вот как будто... Подожди, там где-то есть. Можно толкать. Так вот, да. Ой, блядь, а это открыть. Только главное не разбирайте ее. О, попробуйте... Попробуй ее доской под это. Бля, как будто реально... Блядь, бред, да? Блядь. Ну чё за хуйня? О! Ебать, Кирилл там нахуй дощечку сеет, блядь. На картах. На эвакуатор заезжает. Бля, она как будто невидимую стену сзади уперлась. Может реально пешком, блядь, пойдем? А может она не открыта у тебя? Пока не может спать. А я спать... Я пешком пошел. В пизду, короче. Бля, я дверь выкинул случайно. Дверь запилите. Все, я пошел. Погнали, нахуй эту тачку, погнали пешком. Может мы что-то возьмем с собой? Да, с собой возьмите, там, короче, канистру кто-нибудь там несет. Колбасу можно, да? Колбасу, да, колбасу мы еще найдем, я думаю, колбасу найдем. Так, я покрышку взял, вдруг надо будет. Погрузка, короче, тап. Как канистру взять? Как ее? Инвентарь. Блять, велосипед какой-то. Просто не бежать? У нас есть, кстати, этот. Подожди, а у него... Кто? Ой. Мотор взять, слушай. Блять. Алло, что там? Нормально все? Тут мопед нашел. Блять, подожди, а тут что у нас есть? Опа. Нихуя тут колбасы! Ебать. Че? Где? Колбасы нашел. Там, бля, запасы, ну что, машины запасы не... какие-то. Так, я мухобойку... Нахуй ты выливаешь? Ты дурак? Он, бля, взял канистру и выливает здесь все нахуй. Я знаю, как ее остановить. Бля. Как? Так закрой, чё? Поставь ее и закрой. Зачем ты... Блять, не льется, дурак! Идиот, блядь. Там 3-3 осталось, смотришь. Как машину завести? ХП. Как ее взять-то? Я не знаю, Кирилл. А ты откуда ствол взял? Ладно, Кирилл со стволом, все, там ничего не страшно. Макс, ты где? У меня в аду. Че, в аду? В аду, даже нет. Блядь, так, а мы сами прикол, что не найдем машину, блядь. Нам нужна машина до первого этого. Возьми кто-нибудь двигатель с собой. Заебись, Кирилл охотник. А канистры? Так, Сань, держи нахуй. Я с мухобойкой, мне похуй. Все, пошли. Подожди. Я беру. Пошли. Слушай, а если она пиздит чем-нибудь? Пошли, я взял. Все, пошли. Все, идем? А да, куда? Я двигателем. Бля, мне кажется, мы единственные люди, которые зашли в эту игру и пешком похуярили 5000 километров. Так, все, мама ждет, поехали к маме. Да. Подожди, медленный. Бля, конечно, мотор, блядь, взял с собой, нахуй. Там заяц бежит какой-то. Мне кажется, мы очень долго будем бежать. А у нас карты нет, да, никакой? Нет, хрен. Заяц хуёво. А что? Заяц, он на передних лапах у вас тоже? Передний привод. Блять, это. А вы понимаете, сколько мы будем бежать? Смотрите. А что с зайцами здесь? А до куда?
Я не знаю, нам нужно внимательно, сказано было, исследовать каждую, блядь, клеточку, нахуй. Ну, а мы исследовали. Мы даже мотор разобрали. Это уже не важно, ебать, такие четыре пацана просто. Я не знаю, есть смысл по дороге бежать или как? Просто в определенный момент мы захотим кушать. У меня вопрос, почему направо, а не налево? Ну, я люблю направо ходить, а ты налево? А куда вы? По дороге говорите. По дороге? Так, а я один раз ехал, ты знаешь, через сколько я дом нашел, блядь, на машине я ехал? Через сколько? Минут 15 ехал. Мне кажется, надо хотя бы изучить, что в пустынях, нет? А еще стемнеет, там пизда будет. А что зайцы в пустынях делают? Зайцев можно, кстати, это самое. Я не знаю, правда, он несъедобный какой-то, я вот пробовал его. Я вообще думал, что это кенгуру. Это не кенгуру? Это заяц, ты чё? Чуть не подошь. Блять, мы не взяли эту баночку, блять, из дома. Какую? Ну, которую я кидал в этого, блять, в этого, в зомбака. Короче, я, что вы понимали, это мой третий раз в The Long Drive. Первый раз, когда я играл, меня кто-то загандушил ночью. Второй раз я недавно играл, я приехал в какой-то дом, там нихуя не было совсем, вообще от слова совсем. И были только эти самые, зомби. Нормально? А машину, на машине-то как ехать? В машине, блять, я спокойно выехал один. Когда вы со мной, я не могу ездить почему-то, я не понимаю почему. А может, в чем проблема? Может, у вас какая-то защита от этого самого, от поездок? Подожди, а Ярик движок тащит или нет? Не, канистру. О, подожди, на дороге что-то, что это такое? Где? Я движок буду тащить очень долго. Я вздыхаю. Че? Я вздыхаю. Что? Почему? А чего? Почему? Не знаю, я вздыхаю. А чего ты? Так ты, наверное, блять... Перестал вздыхать. Так ты пил, потому что, наверное. Короче, нахрен эту канистру. Ты из канистры пил, что ли? Наверное. Нельзя было? Тяжело, блять, очень тяжело. Так, ребят, вы впервые, наверное, видите такую серию, просто я так понимаю, что все-таки есть... Ой, что это? Я кактус развалил. Кактус. Есть кто играет в The Long Drive и снимает, и как бы, наверное... Пить можно кактус. Пить? Попейте кактусы, да, попейте. Так, нахуя, а нажмите Б. Что? А, подожди, он пердит? Ой, блять. Что? Подожди, а как? Ой! Не пердит он, скорее всего, этот. Я сейчас насру. Я поссал. Как? На П, я догадался. Подожди, а как посрать? Как посрать? Ой, подожди. На какую клавишу? Так, ну, нужду справил. Засыпание? У меня мышка сломалась. Я заснул, блядь. Я уснул. У меня, блядь, у меня мышка сломалась, я поссал и все, блядь, руки, походу, испачкал. Я поспал. Блядь, чё? У меня мышка не работает, алё. А что со мной? А что с Саней? Ты что, он перекосило жестко. Блять, о, отлип. Так, вообще, а срать-то как? Б. Я сру, я на Б тыкаю. А, Б, да. И чё? Ебать, куча реально. Где? Чего? На Б не работает? Ты нажми один раз. Ну? Он рыгает. Нету? Нет, я поссал только. Значит, пока не хочет. А. Он пердит только у меня. Так, подожди. Легко бежать. Я не понимаю пока вообще ничего. Я вообще ничего не понимаю в этой игре. Я удивлен, что пацаны написали, что продолжаете, типа, давайте вместе. Мы разобрали еще и мультиплеер, пока нашли этот. Сменить друг друга. Так, а давайте не забывать, что мы должны это самое, ну, не сдохнуть. Вообще как бы. Да? Да. Поэтому как бы мы что-то не очень много прошли, по-моему. Ну да. Подожди, а Мишкан что делает? Я воду пил. Заебись тебе, блин. Может, налево куда-то, или там ничего не будет, думаете? Или направо? Чё? Ну... Бинокль? Откуда ты бинокль? Взял его. Нашёл в гараже. Ебать. Подожди, у меня чисто лимонадик с собой, и всё. А кусты вот эти жёлтые, что они дают? Ты меня спрашиваешь, блядь? Ну ты же играл. Охуеть, блядь, я пока вообще ничего не понимаю. Вообще, я не понимаю, что мы делаем, просто бежим? Ну да. Блядь, это хуйня, машина должна ездить. По факту, да. Блядь, может ещё раз присоздать, я не знаю. Я не успокоюсь. Подожди, вот там вдалеке дом? Похоже, вот сейчас бинокль стану. Справа. Камень. Вот тот, далеке. Нет, камни. Блядь, пиздец. Чё делать? А сколько мы прошли, подожди? Мы прошли сколько? А, это камень. Семя. Не, семя не надо лучше трогать. Сохранить, загрузить. Страшно. Ой, блядь, ебать, чё с ним? Ой, блядь. А сейчас похуели? Ой, блядь, чё? Что? Это кто? Это кто? Что? Это кто? Кто? Кто ты? Обосранный чувак какой-то, или чё, в чём он? Ну да, обосранный. Меня а что? Убили так-то? В смысле? Что? Что? Кто убил зайца? Заяц убил меня. Это кто, блядь? В смысле? Где? Вот лежит, блядь, кто это? С бутылкой. Я? Да. А, вон Ярик бежит. Или кто это? Это я бегу. А? Ты чё? Ебал он, нахуй. Зайца берём, нет? Это мой трубешник?
Я не знаю. Какого зайца? Это все себя. Я вообще не вижу зайца. Зайца не видишь? Нет. Зайц прыгает, зайца. Бежит. Что? Чего? Он прыгает, бегает. Я тащу блядь, его. Блядь, какой бред. А, это ты тащишь его? Это я тащу его. Может, перезайдем? Тяжело. Ну, просто мы так никуда не добежим. Пешком это пиздец. Это the long, это the long, the long, 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 long drive туда будет, блядь, а не the long. А, the short, 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 или mid? Short, 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 я не знаю. Блядь, давайте я не знаю, как с тачкой разберемся, потому что это пиздец. Наша первая миссия просто, раз уж мы начали в онлайн играть, давайте разбираться с тачкой. Все, я пересоздаю. Давай, давай, все, пересоздавай. Куда я полетел? Наверх посмотри. Что? Что? Куда, блядь? Все, его забрали. Все, пересоздавай. Нихуя, блять, нихуя, блять. Она просто в земле, блять. Ебучий случай, нахуй. Как? Я еб... Дай я сяду, дай я сяду. Я таким тупым себя ощущаю. Реально, люди, пацаны, играют пробуй, все. Пробуй, газуй. Дай бампер это. Блядь. Сейчас. Что это такое, блять? Шкала какая-то есть. Давай. О! Что? Так у вас дверь закрыта, алло. Смотри. Дверь закрыта. Закрыта. А, так, наверное, на синхрон, что дверь закрыта. Вот поэтому он едет. Ебать. А как сесть в машину? Как в машину сесть? Просто. На Е или на F там когда посадка. Ебать, а, подожди, нужно дверь открывать тому, кто за машиной будет кататься. Чтобы у него были точно открыты. Ну, у меня же были открыты. Ну не ты их открывал. По-моему, я. Поэтому. Ебать, он за спидометр упал. Это пиздец. Я не понимаю. Ну неужели мы такие только? Ну неужели мы такие? То есть мало того, что я вообще предвкушал сегодняшний день, потому что думал, мы охуеем в это играть. Я в соло охуел, я думал, мы охуеем играть. Мы охуели играть. Но. Что? А. Что это такое? Подожди. Я не могу посрать все равно даже на толчке. Подвиньте меня немного. Пиздец просто. Почему машина не едет, я не понимаю. Я телек сейчас возьму. Надо телек? Берем с собой? Охуенно. Подвиньте меня. Бля, ты уже сбоку где-то стоишь. Ну. Ты под землей. Я поехал. Под землей, да. Я в подвал. Пиздец. А почему так? Ну почему? Что тут? Так, у меня есть еще... Я в подвале поехал. У меня есть... в подвале едет. У меня есть... Я походу нашел. Что нашел? Еще раз создайте. Блядь. Я сейчас поеду. Так, подожди, давай так, у меня есть два предположения, как поехать. Я хочу даже, чтобы ребята на это все посмотрели. Я сейчас поеду, я сейчас поеду. Ты уверен? Да. Так, мультиплеер, начать. Давайте, значит, это самое, мультиплеер. Давайте, сервер будет называться TT2443. Вот такое название. Mm-hmm. Так, на четверых. Создать. Обновить. После этого я выхожу нахуй в главное меню. И захожу на свой же сервер. Вот это я понимаю тактика, блядь. Вот это я понимаю игра, блядь, которую я заслужил. Так. Сервака нету. Нету сервера. А, я не успел его создать, блядь. Так, еще раз, ладно, начать. 1, 2, ед. Создать. Видно? Да. Зашли? Да. Отключить. А, нет, не отключить, подожди. Выход, бля, как лагает. Ебаться, сраться. Это просто я... Эта игра такая странная, блядь. Мультиплеер. Присоединиться. Я захожу. Так, давай, Кирилл. Ну давай, удиви. О, универсал, на универсал. Подожди, я застрял нахуй. Подожди, стой, не вижу. Стой, не трогай машину. Блять, я не вижу нихуя просто вообще совсем. Давай, едь, Кирилл. Сейчас. Это пиздец. Ну едь. Алло, бля, игра... О, что? Я появился. Ну, не, зачем? Я появился здесь, блять! Ну... Я ебал в рот эту хуйню, что реально. Что это? Ты один-то вижу. Блять, вы что, прикалываетесь нахуй? Что, получилось почти, нет? Я один вижу, у меня машина. Же. Пока мы разбирались, Кирилл вытащил мотор и, блядь, выкатил машину. Сейчас, Так, подожди, Ярик Свап, где? Ярик Свап идет. Так, давай. Блять. Тяжело, сука. Блять, что, от моторной лодки нахуй двигатель или что? Да. Так, все. Забираем обратно. Так, давай, чиним. Наконец-то, блять. На нахуй. Опа, и сверху. Опа, капот. А как, блядь, так пойдет? Не, не, немножко не так. Подожди, как? Опа. Переверни. О, подожди, стой. Пахнет. Опа, привет. Нахуй. Видел? Пропал. Чё? Я тут. Ты... А. Бля, лагает что-то нахуй. Теперь опять. Чё, едет, не? Ну-ка. Нет. Бензин надо. Бля, ебучий, сука, блядь. Случай, нахуй. Да убери ты дверь, нахуй, не выйду. Я хочу поставить. Да блядь. Это пиздец. Ф, взять. Тут стреляет. Залили? Залили? Что это? Хуля, что происходит у вас? Я не знаю, кто стреляет. Где стреляют? Кто? С поворотом кто-то палит. У меня ничего не стреляет. Погнали искать, у нас тут по-любому есть. А мы, наверное... Подожди, это что? Погрузка. Это вода.
я сумас. Это ружье. Быстрее, мне кажется. Это бинокль. Может, это самое. Маслица, блядь? Масла не надо? Алло. Бензин надо. Ты чего выставляешь? Ой, я пью, блядь. Ой, блядь, я масло уронил в мотор, нахуй. Блядь. Ай, кто стреляет? Ой, блядь! Что? А что с машиной-то, блядь? Подожди, короче, то есть получается заглушенную машину можно выкатить? Давайте, стоп. Да, да. Я проверяю, еще раз. Прям сейчас я выхожу в главное меню, нажимаю семя, новый мир, начать. После этого иду в соло, открываю гараж, закрываю гараж, открываю ворота. Так, теперь машину не завожу, правильно? Да. Нихуя. Сейчас я тоже попробую. Так, подожди, хорошо, я открываю капот. Может, двигатель надо выкинуть? Демонтировать. Взял. Блять, подожди. Нихуя. Чё за хуйня-то, блять, а? Как сервер это называется? Что за бред? Да я пока не создавал сервер. А как так-то, блять? Они у меня не выкатываются, нахуй. Ну, у меня в одиночке едет без этого, без проблем. Охуенно, блядь, у меня теперь в одиночке даже не едет. Так, чё, тачка на ходу? Кирилл, перезайди, да, перезайди. Не ломайте. Пятёрка, это мне семёрка, Кирилл, ты чего? Да тихо. Тихо. На чешках. Ебать! Чё, едет? Подожди, по-моему, да. Нет. Нет. Ручник сними. Снял. Ручник, реально. Да едет она, блядь! А ну-ка, выйди. Кто дверь ломает постоянно? Ебать, что за хуйня? Тормоза, короче, заклинили. Как тут дверь-то ломает? Чё за бред? Почему она... Я не понимаю, чё за рассинхрон-то? Блядь... Сложно. Подожди, а Кирилл может ехать? Сейчас, дай. Блядь, такой пиздос. Блядь, куда дверь-то? Это пиздец. Ненужный элемент. Охуенно. Всё, очень дверь нужна в машине. А мне интересно, если мы с сервера уходим? Как уходим? А. Ну, перезаходим. Может быть. Кстати, да. Может быть. Подожди, а кто зашёл второй? А, ну хотя... Я не перезаходил, я вот сейчас перезашел, и она перестала ехать. А-а-а, чё, починили? Да, вроде 4, бы, да. Дай руль. Только короче, получается, хозяин должен не выходить, это самое, да, не перезаходить? Угу. Да. Бля, я в машине появился. О, нет! Я в машине появился. Тихо, так. Нормально. Едешь? Ебать. Все, поехали, все. Ебать! Ура! Так. Все, назад. А как? Сань, садись назад. Чё? Ой, лес, вперёд, во. Давай, да, поехали. Поехали, нахуй! Ебать! Ура! Наконец-то, блядь. Кирилл, лагает у тебя, нет? Я вижу. Короче, ребят, мы разобрались в этой ситуации, а виной всему было то, что хозяин, кто создает сервак, не должен перезаходить. Кирилл создал, выгнал тачку. После этого уже мы зашли. Ну чё, вы рады? Да, мы разбирались свечу. Очень долго сейчас. Мы очень долго разбирались. Так, я всё. Уже устал. А, мне кажется, что мы. Кстати, небольшую ошибку. Тихо. Мы небольшую ошибку. Да подожди, куда ты? Куда ты, блядь? Кирилл с рулем. Мне кажется, небольшую ошибку. Посмотри на. Ярик, посмотри от первого лица это самое, на Макса. Макс, посмотри. Где? А куда мы ехали? Блядь, короче, надо лутаться, куда-то ехать. Поехали. Заснул? Да, это вышка какая-то. Что такое? Где? Справа. Поп. А, да не, говно. Давай до первого дома. Все, нам нужно найти какой-то дом, его. А? Я тут подам немного машины. Тут третье лицо есть еще. Конечно, так я от него и смотрю. Первый стрим был. Понял. Я предлагаю так сделать. Я думаю, что 5000 километров это же изи проехать, нет? А если я пасу в машине? Нет, бензин кончится. Блин, в этом. Я машину не поссал. То есть вопрос только машине бензин. Машине поссать можно? Да, я нассал. Бля, ебать, машине. Я тоже нассал. Бля. Вы чё? Подожди, посрать? Не посрать. Я посрал. Блядь, Сань, воняет, Сань! Тихо, блядь! Как хорошо, что машина не повреждается. А. Столб. Ой, блядь. Блядь. Что, всё, Марк? Ёбаный в рот. Понятно, что случилось? Я думал, он не повреждается. У тебя колеса нету, ничего? Куда ты поехал-то, блядь? Алло, дай колесо поставлю. Я с рулем. Подожди, а без домкрата что, нихуя? Стой! Я подниму. Подожди. Как выйти сюда? Бля, как? О, так, вышел. Собрал. Подними, Макс, подними тачку, блядь. Рукой. Она не поднимается. Подожди, ручка какой? Ой, я, по-моему, там что-то вырвал, нахуй. Блядь. Так, на покрытку. Тихо. Бля, диск. Подожди, сейчас. Я разбортировал немножечко, сейчас. Во, собрал. Так, теперь так. Надо поставить. Бля, как? Подожди.
Ой, блядь. Я отпустил случайно. А багажника нет магнитола? Бля, нахуй ты разъебался, а? На ровном месте. Запаска. О, давай сюда. Бери. Блядь. Ну, блядь, брось. Ну, кто-то один, ну, ёбаный, блядь. Сейчас. Вот так. Во. Блядь. Сейчас. Вот так. Вот, бери. Вот. Подожди. Сейчас. Демонтировать погрузку. О. Музыка играет. Давай. О! О, ну, ебать, ну бля, как новая нахуй. Ну. Ебать, там музыка. Дверь закройте, дверь стрелу закройте. Да музыку выключите, бля, и так громко. Бля, просто колесо. Макс, блядь. Багажник, по-моему, не закрыли. Да похуй, нормально, чуть. Антикрыло, блядь. Так, кто насрал? Я видел сейчас все. Кто насрал? У вас какашки выпадают, смотрите, сзади. Что? Где? А чего она рулится странно? Там говно сыпется из машины. Посмотрите сзади, от третьего лица. А почему вы туда-сюда? А почему? Смотри в салоне. Что в салоне? Чего они туда-сюда дергают? Чего вы туда-сюда дергают? Жизнь такая, нахуй. Осторожно, камни, пожалуйста, на запаске больше нет. Блять, я вообще ничего не понимаю. Кирилл, что ты летишь-то? Если я в одиночестве ничего не понимал здесь, то теперь, ребят, ситуация только ухудшилась. Вчетвером вообще ничего не понятно. Чего ручник дернул? Бля, пить хочу, я не могу. Ручник можно дергать? Реально? Подожди. Я дернул один раз. Блять. Ты чё, куда мы едем? План какой-то есть? Чё ты кто руль дернул? Блять! Подожди, а как? Подожди, а чё, реально можно дергать руль? Подожди. А, вот! Бля, чего? Ручника начали. Что происходит? Он глаза выпучивает. Ты на ручнике есть, Кирилл, если что. Давай проветрим салон, бля, подожди. Бля, Кирилл, ты можешь нормально ехать, нахуй? Кто ручник дёргает? Стоп, я только сейчас понял. Вы чё, ёбнулись? Чё? Кирилл в мешкане сидит. А, во, пересел. Наш что? Бензин кончился. Чего? Наш бензин кончился. Я пошёл. Так ручник поставил. Ну нахуя мы сожгли так много топлива-то, блядь? А канистра где? Ярик, ты же её носил. Так мы не взяли её с собой. Блядь, просто заебись, блядь. И хули толку? Куда идти? Хорошая фраза. Мешка, ну это просто превью, бля, сейчас. Блять, какой пиздец. Как в это играть адекватно, я не понимаю. То есть я вижу, на ютубе мне выскакивает, что The Long Drive там... Куда ты? Пизда тачки, ебать она там еще... Че высыпалась-то? Что это такое? Че это такое? А, поехала? Динамик? Блять, она уехала! Э! На нахуй, блять! Ой, я... Зачем меня... Пиздану. Сейчас, подожди, еще пизданул. Слушай, она же едет, реально. Бля, ты на передаче оставил, что ли? О, еще пизданул, нормально? Вот тебе 5000 километров сейчас проедет. Пиздец, блядь. Алло, Кирилл, догоняй, блядь. Когда быстрее едем мы. Пиздец. Сейчас шоу будет. Блядь. Че за гонки на выживание, бля, новый сезон, я не понимаю. Она быстрее едет. Пизда ей. Бах. Стоп. Охуенно, бля. Просто заебись. И че? Вот что мы полезного сделали сейчас? Что делать-то? Что мы полезного сделали? Вот что мы сделали продуктивное? Ну я машину проверил. Почему мы не взяли ничего с собой, я не понимаю. Что там, блядь, олень какой-то? А точно это самое все? Не олень? Да, все. А может мы мотор с собой возьмем? Это был канистр с собой брать. Так я не понял, Ярик ее с собой таскал же. Это не в этой сессии было. Так а почему? Ты, я думал, привычку уже взял себе, все. Я радиатор взял, пойдем. Какой пиздец, какой пиздец. Это просто жесть. Я ищу тут на всякий случай топливо. Друзья, может мотор свапнуть копейку? А может, можно из кактуса налить что-нибудь? Нет, такого не бывает. Блять, тут ни одного зомби поблизости, просто ни одного. Можно. Просто... Попить что? Можно из кактуса. Ну попить-то да, топливо-то. А, ты про топливо? Не-не-не, так, такое не пойдет. Нет, если вот реально я... Вот я поехал. Просто... Что? Ты чё, блядь? Э-э-э, ты чё, блядь? Ты чё? Он без мотора поехал. Не, подождите, вот... Для меня единственное, вот эта игра заставляет меня чувствовать супер тупым все. Ну, типа, я реально не понимаю. Блядь! Едешь, Кирилл? Ебать, не то, что он едет, он тут, блядь, пиздец. А как ты, вместо мотора, типа? Да. А, ну давай, поехали, мы сейчас... Подожди. В смысле, а там можно? У меня, блядь. Похуй, поехали. Давай, я рулить буду. Ебать, лайфхаки пошли. Нет, не за руль. Не за руль? Да. Все. Поехали. Едет? Стой, меня возьми. Блядь. Только в соло он едет. Ну пусть соло едет, блядь. Езжай. Может, сейчас на новой машине приеду. Выходи, Макс. Давай.
На разведку езжай. Я а масло едет? Выпил. Чего сделали? Масло выпил? Подора, да. Я обратно заливаю масло. Чего? Я заливаю мотор, блядь. Реально? Даже так можно, блядь? У меня колесо нет? Колесо сломалось. Нормально, все, у тебя руль просто повернут. Поверните ему руль. Ты поверни его в нужную сторону и хуяч по прямой просто, и все. Бля, тут вообще ничего нет, просто ничего. Что вы делаете? Чего я нихуя не понимаю вообще. Я как бы, у меня очень много короче, вопросов. Короче, я мотор бросаю, все. Блядь. Что делать? У меня просто вопрос, реально нам стоит вообще в этой игре? Это точно наша игра? Какая игра же. Нет, блядь, ну, я ну как сказать, учитывая, что мы сколько ебались вообще с тем, чтобы выехать из гаража? Ну да. Нет, 100% надо доехать куда-то. Всем спасибо за просмотр. Не, ребят, давайте так. Теперь вот как бы те подсказки, которые вы писали, это как бы все хорошо. Но это к одиночке. Может, здесь есть какие-то лайфхаки среди мультиплеера, поэтому если вы все-таки хотите, чтобы мы вот просто собрались, уже зная все нюансы, взяли машину, взяли все в багажник положили, прислушались к вашим подсказкам и куда-то хотя бы доехали, а может быть даже нашли еще одну машину, я не знаю, как уж получится, все рандомно, то... Поддержите лайком, напишите в комментариях, что... Блядь! Ты меня убил, нахуй! Он меня убил, блядь! Заебись, блядь. Да. Охуенно просто. Ну вот на этой ноте, друзья, мы и закончим. Офигенно продуктивная серия. Короче говоря, мы впервые сыграли в The Long Drive в онлайне. Огромное спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.